как поменяется правительство? Да мне кажется, оно никак не... Вот лично для меня оно не поменяется никак. То есть это, может быть, другие какие-то люди. Потому что все, кто там... ну, там, правительство, там, всякие министры, там, президенты. Это все для меня лично, это люди такие из телевизора. Вот я их никогда в жизни не встречу, никогда с ними не пересекусь. Они живут там в телевизоре, о чем-то говорят. Ну, будут вместо них другие какие-то люди что-то будут говорить. У меня лично в сознании стоит блок. Я когда вижу, допустим, выступление какого-нибудь высокопоставленного чиновника по телевизору, я не понимаю, о чем он говорит. То есть он говорит по-русски, а для меня это вот бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну, будет очередная голова, которая будет говорить бу-бу-бу-бу-бу. И все.